В бассейне специализированной школы Олимпийского резерва Яны Клочковой продолжается юношеский чемпионат Украины по плаванию на короткой воде возрастной категории 14 лет. За награды сражаются 350 спортсменов из 22 областей. Харьковские пловцы выиграли сегодня по 2 золотые и бронзовые медали. Алина Бобровская ко вчерашнему золоту на 200-метровке комплексом добавила аналогичную награду на дистанции вдвое короче. Серебряную днепрянку Роксолану Сулейманову 12-летняя подопечная Аллы Приплотской обогнала почти на секунду. Бронзу Бобровская заработала в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем вместе с Никитой Кудиновым, Тимофеем Суровикиным и Анастасией Шишовой. На комплексе бат продержаться, спину продержаться, образ выиграть и кроль финишировать. Я хочу выполнить мастер спорта. Суровикин одержал победу на 100-метровке брасом. 1 минута 10,7 секунды. Ближайшего конкурента харьковский спартаковец опередил на 5 сотых. Кудинов стал третьим в заплыве на 200 метров вольным стилем. За два дня ученик Валентина Гапонова принес харьковской команде 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Я начинал не так быстро, вот на втором полтиннике я начинал намного быстрее плыть, потому что у меня, в принципе, хорошая выносливость. В 50-метровом мне лучше получается, потому что у меня повороты плохие, а в 50-метровом, ну, там же меньше поворотов, из-за этого лучше получается. Думаю, в 50-метровом на следующем чемпионате хорошо выступлю. В субботу на юношеском чемпионате Украины будет разыграно еще 12 комплектов медалей.